место, где даются серьезные знания. Военмех – это там, где бурлит студенческая жизнь. Вы можете петь, танцевать, заниматься наукой, патриотикой, участвовать в реконструкции, заниматься спортом. В этом году мы заняли второе место в городе среди всех спортивных команд города. Наш вуз по совокупности, там больше 50 номинаций, вышли на второе место по городу. Это вот такой серьезный прорыв. Наш вуз регулярно получает различные гранты, премии, становится лауреатом совершенно в разных номинациях. Начиная от спорта и волонтер, заканчивая научными достижениями, получает большие стипендии, большие гранты. В прошлом году у нас порядка десятка человек получили грант «Умник». А это знаете сколько деньгах? По 500 тысяч рублей на человека. Правильно, Алексей Михайлович? У нас получают некоторые студенты стипендии. 8 тысяч рублей, 15, 20. Поэтому участники квеста, студенческий деморежим готовы? Еще раз, готовы? В холле вас ждут ваши кураторы, которые помогут вам пройти сегодняшнее испытание. Успехов вам! Команда «Что, где, когда» вас тоже ждут в зеркальном зале. Спорт! Вас ожидают наши спортивные мероприятия. Военно-учебный центр. Вас ждет фильм и ваша личная программа. Также в розовом зале для всех сегодня бесплатно блины, чай, бутерброды, конкурсы.